Приветствую вас, друзья, с вами Олег, и сегодня будет очередной обзор по проекту Galaxy Matrix. В частности, мы сегодня рассмотрим новый тариф 1 000 000 за 100 рублей, у которого сегодня начался предстарт, на котором вы можете активировать уже места. Но расстановка мест, а также видимость своих мест и матриц произойдет 18 сентября. Расстановка будет по дате регистрации. Если вы еще не зарегистрировались в проекте, то приглашаю принять участие в нем. Ссылка на регистрацию будет в описании под данным видеороликом. Сам проект стартовал 12 июня. И в нем успешно работают несколько тарифов в рублевой и долларовой площадках. Как работают площадки, которые ранее были запущены, а также как в них принять участие, вы можете посмотреть на моем YouTube-канале в разделе «Матрица», где найдете все обучающие уроки по данному проекту. Ну а сегодня рассмотрим только новый тариф 1 000 000 за 100 рублей в рублевой площадке и как в нем активировать место на предстарте. Для начала нужно пополнить свой баланс на 100 рублей. Для этого переходите в раздел «Финансы», нажимаете «Пополнить», далее «Пополнить баланс». Прописываем 100 рублей и нажимаем «Пополнить». Выбираете, в какой валюте у вас лежат деньги на кошельке Payeer. Далее «Подтвердить», еще раз «Подтвердить». И после этого система вас автоматически перенаправит в ваш кабинет, где вы увидите, что баланс у вас пополнен. Далее переходите в раздел «Матрицы». В тарифе 1 000 000 за 100 рублей нажимаете «Перейти» и справа нажимаете кнопку «Активировать». Система повестит вас о том, что вы активировали данный тариф. В разделе «История» вы также можете посмотреть активацию данного тарифа. И если статус у вас зеленый, то значит все вы сделали правильно. Ну а теперь, после активации, ожидайте день старта, который приблизительно состоится 18 сентября, и на старте система автоматически поставит ваше место в глобальную матрицу проекта по дате регистрации. И после этого вы увидите свою структуру. Но сейчас давайте подробнее рассмотрим маркетинг. В данном тарифе будет 9 семиместных матриц. Это бинарные матрицы, и на слайде отображены только места второго уровня. В кабинете же в разделе «Матрицы» вы будете видеть полную семиместную матрицу. Итак, все действия и начисления по маркетингу происходят именно тогда, когда у вас начинают закрываться места во втором уровне. Поэтому схематически на слайде только они и отображены. Активировать можно только первую матрицу за 100 рублей. Но на старте будет возможность покупать клонов в первую матрицу и активировать дополнительно себе места. Первая матрица накопительная. После ее закрытия происходит переход во вторую матрицу, которая тоже накопительная. И как только она закроется, произойдет переход в третью матрицу, где при закрытии первого места во второй линии вы получите 14 клонов для активации дополнительных мест в первой матрице. Эти клоны у вас появятся в разделе «Клоны». Если вы в данном разделе будете их активировать, нажав кнопку действия, то клоны улетят у вас в общую матрицу проекта и встанут в первое же свободное место сверху вниз и слева направо в глобальной матрице. Поэтому лучше всего активировать клонов в разделе «Матрицы». Переходите в тариф и по структуре можете двигаться и выбирать нужную вам матрицу, куда вы хотите поставить клона. После выбора матрицы нажимаете кнопку «Активировать», которая у вас появится в правом верхнем углу. И клон встанет именно в нужную вам матрицу сверху вниз и слева направо в первое же свободное место. Алгоритм работы данной матрицы идентичен с тарифом альфа. И поэтому работу данного алгоритма вы можете посмотреть в предыдущих моих роликах. Также вы там найдете и принцип расстановки клонов вручную в нужную вам матрицу. Далее, после закрытия следующих трех мест в третьей матрице, у вас произойдет переход в четвертую матрицу, где после закрытия первого места во второй линии вы получите 50 клонов для активации дополнительных мест в первой матрице. Далее происходит опять накопление и переход в следующую пятую матрицу, где также при закрытии первого места во второй линии вы получаете 100 клонов для активации мест в первой матрице. Далее опять идет накопление и переход в шестую матрицу, где при закрытии первого места во второй линии вы получаете 50 тысяч рублей на вывод, а при закрытии второго места вы получаете 300 клонов и 20 тысяч рублей идет на реферальный бонус на 3 уровня вверх по структуре. То есть ваш пригласитель, по чьей ссылке вы зарегистрировались, получит 10 тысяч рублей. Тот спонсор, который вашего пригласителя пригласил, получит 7 тысяч рублей. И следующий вышестоящий спонсор получит 3 тысячи рублей. Далее идет накопление и переход в следующую седьмую матрицу, где при закрытии первого места во втором уровне вы получите 1 000 клонов на активацию дополнительных мест в первой матрице. Далее идет накопление и переход в восьмую матрицу, где при закрытии первого места во второй линии вы получите 350 тысяч на вывод. При закрытии второго места вы получите 3500 клонов на активацию мест в первой матрице. Далее идет накопление и переход в девятую матрицу, где при закрытии первого места во втором уровне вы получите 700 тысяч на вывод. При закрытии второго и третьего места вы получите 14 тысяч клонов на активацию мест в первой матрице. Далее, после закрытия четвертого места у вас происходит реинвест в эту же девятую матрицу. То есть в данной матрице у вас создается автоматически новое место за 700 тысяч рублей. Итак, друзья, на сегодня информации достаточно. Я кратко рассказал маркетинг нового тарифного плана и указал на важные моменты по предстарту. Далее я буду еще записывать обучающие ролики. А на сегодня все. Желаю всем больших чеков. С вами был Олег. Пока.